Итак, идет перестройка. Процесс называется перестройка. Вы основоположник, я так понимаю, перестройки, да? Перестроечное дело на Фиоленте. Правильно? Да, потом я делаю дырки пыли, да? Перестройка, а она в чем заключается? Тут надо вот гитаре, чтобы струны поменять, правильно? Верхний на нижний, нижний на верхний, да? Как в Джимми Хендрикс, чтобы, нет, чтобы играть... пятая струна натянута на шестой колонке, а шестая струна натянута на пятой колонке, которая не колонка. Пятая струна натянута на шестой колонке, а шестая струна натянута на пятой колонке, которая не колонка. Пятая струна натянута на шестой колонке, а шестая струна натянута на пятой колонке, которая не колонка. Ре, короче, соль мажор. Ре, короче, соль мажор. Соль мажор. Так, это чтобы перестроить, как бы, ну, под него, да, под левую руку просто. Нет, это чтобы сделать как вот я бы. А, понятно. То есть хорошо. Хендриксский вариант вам не подходит. В чем заключается суть вашей перестройки? Суть перестройки заключается в том, чтобы сделать из стандартной строй гитары строй соль мажор, открытый. Начиная от басовой струны у нас получается ре, соль, ре, соль, си, ре. Вот. Си, ре. Еще повторю. Ре, соль, ре, соль, си, ре. Когда мы играем в открытую струну, у нас как